В Министерстве внутренних дел Республики Абхазия обсудили подготовку к курортному сезону 2020 года. 26 июня министр внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Дбар провел отчетно-плановое совещание с начальниками подразделений Центрального аппарата ведомства, городских управлений и районных отделов внутренних дел по вопросам готовности к обеспечению правопорядка на период летнего курортного сезона. Начальники районных управлений и отдела внутренних дел предоставили планы мероприятий, направленных на предупредительно-профилактические деятельность по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на вверенных территориях, а также расстановку сил и средств, графики и маршруты патрулирования. Как отметил Дмитрий Дбар, в преддверии курортного сезона особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений. По всей республике дополнительно укомплектовываются наряды и патрули в популярных курортных зонах и туристических направлениях. Задействованы пешие патрули, которые сформированы согласно плану и несут службы четко по графику. Дмитрий Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. Уверил, что со стороны руководства МВД будет оказана усиленная материально-техническая помощь. Службе собственной безопасности МВД и инспекции по личному составу министрам даны указания усилить контроль над соблюдением служебной дисциплины. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и поставлены сроки их исполнения.